Активно шло голосование и на 9-м избирательном участке, который разместился в Солигорском государственном колледже. В списках здесь более 2800 участников референдума. 42% проголосовали досрочно. Работу начал наш участок с 8 часов. Наши участники референдума активно приняли участие в первой половине дня. Доброжелательно, с хорошим настроением, обязательно с заходом в буфет. Все хорошо по весеннему, вот какая сегодня погода, вот с таким настроением к нам и приходят участники референдума. Для участников референдума подготовили выставку белорусских национальных традициях. Работал буфет Солигорскторга и выездная торговля Купаленки. Ну, как ответственный гражданин, я всегда принимаю участие в выборах, в референдуме. Тоже решила принять участие. Конечно, я за изменения в Конституции, проголосовала, потому что я доверяю нашему правительству, доверяю нашему президенту. Я знаю, он мудрый человек и показал себя как смелый мужчина. И какие изменения он унесет, я полностью поддерживаю. За будущее Беларуси, чтобы наши дети росли, как говорится, в мире, в спокойствии.